Итак, ребята, всем приветик. Только что побрился машинкой Мюнхен. Начинал машинкой, которая для стрижки. Потом показал, что бритвой на самом деле еще проще и быстрее, и тише, потому что она не так шумит. Мое резюме такое, что достаточно купить одну машинку Blackstone 3, и ей можно полностью убирать бороду, какой бы длинной она ни была. У меня был ворс где-то сантиметр. Легко. Триммером сначала длинный, потом подглаживаем тремя плавающими головочками. Короче, бритва офигительная, но если кому интересно, как это было, как это выглядело в процессе, ну, там освещение в туалете, само собой, похуже. Сорить я особо не хотел, поэтому снимал там. И, соответственно, качество будет похуже. Но суть в том, что вы, если хотите, если вы такие извращенцы, можете посмотреть, как происходил процесс. Само собой, немного ускоренный. От себя отмечу очень просто, что машинка Энчин намного тише, чем все, которые у меня до этого были фирменные. Панасоники, Брауны, Филлипсы и так далее. И при этом режет ни капельки не хуже. И при этом у нее внутри очень много вылезает продуктов изделия, то бишь волос отстриженных. То есть хватило полностью убрать все, и только потом я ее промыл под краном и убрал сушиться. Ну а если вы извращенец, вам нужно видеть, как это происходило. Приятного просмотра. Ну что, попробуем. Первый раз забыл нажать на запись. Пойдет вторая часть лица. Машинка, думаю, многим знакомая. Я думаю, вы видите, что режет хорошо. Но есть одно но. Есть бритва этой же конторы. И у нее тоже есть триммер. Как ни странно, по-моему, она работает даже чище. И тише, и чище. Пробуем сложное место. Работаю не глядя, блин, через камеру. То есть то, что видите вы, это же самое вижу и я. Я сам, конечно, долго вышел. Выйти можно нельзя. Ну, а теперь показываем. Это вот я не глядя все нафигачил, да? Теперь я перед зеркалом. Берем заново машинку. Кстати, если что, напоминаю, ее можно убить под краном.
Ну, некое покраснение, конечно, есть. Но в основном очень даже прикольно. Притом, грубо говоря, можно ей одной пользоваться. Уже машинка для стрижки не нужна, даже для убирания такого длинного ворса на бороде, который был у меня. Короче, по-моему, бритва очень даже. Ну, кому как, в общем, мне понравилось. И намного тише, чем всякие там брауны, филлипсы и так далее. И мусор, заметьте, я еще ни разу не выколачивал. То есть все в ней. Смотрим, сколько мусора в ней. Открывается нажатием кнопочки. И вон сколько из нее повыпало. Видите, да? Ну и напоминаю, что можно сделать с этой бритвой. Все чисто. Теперь можно ее положить сушиться. Ну и когда высохнет, закрыть. Главное вот так вот, когда трясете, держать ее пальцем, потому что эта штука съемная. То есть вот так отряхиваем. И все. И убираем. Эффект достигнут. Ну и в итоге, сказать, что она супер быстро стрижет, нет, но и немедленно. Что идеально стрижет, нет, это все зависит от человека. Нужно просмотреть все места, где она браканула, просто провести еще раз. На фотке вы видели, что поскольку я стригся в полумраке, есть места с брачками. Ну, в общем-то, исправить их несложно, но мне лень. Все равно через полдня у меня опять будет 1,2 мм. Всем пока.